Военнослужащих будут кормить по-новому. Российская армия в этом году перейдет на питание по системе «Шведский стол». Таким образом, военное ведомство планирует повысить привлекательность службы в рядах вооруженных сил. Как это будет реализовываться на практике, уже знает председатель комитета солдатских матерей Ямала Людмила Буряк. В пятницу она вернулась из очередной поездки в части поселка Кряж Самарской области, где служит порядка 100 ямальских солдат. Во время обеда уже начинают внедрять принцип шведского стола. Ребята с разносом подошли к этому столу и могут взять там горошек, кукурузку, помидоры, лучок, огурчики. Ну, пока это показательное. В течение 2 дней, когда мы зашли в столовую и нам это показали, конечно, глаза были удивленные, мы были удивлены, на армию-то совершенно не похоже. Как это будет для большого количества, тем более в Самаре 3000 бойцов, и чтобы через это все это прошли, я не знаю.